Прилетели спасать елку, и мы ее спасем. Что происходит? Не знаю. Всем вам, организаторам, генеральному директору, финансовому директору и, конечно же, HR-службе. Большое, ребят, спасибо. Очень круто все было сделано. Я рад, что работаю с вами. Действительно, Сергей Павличенко сказал, что мы год назад как бы так пошутили. А почему бы не отметить Новый год в Таиланде и поставить для себя это как некоторую цель? Вот. Следующий год, не знаю, возможно, будем отдыхать на Мальдивах, но это будет зависеть от того, как будем мы работать. И я хотел бы, чтобы по итогам этого года мы забыли все какие-то проблемы, которые у нас были, какие-то разногласия, какие-то непонятки и так далее. И в Новый год двинулись с новыми целями, такой дружной, сплоченной командой, которой мы являемся здесь. И я рад, что вы такие теплые, классные. Поддержитесь друг друга, попробуйте себе сейчас. Merry Christmas.
Хе-хе-хе-хе-хе! Мерри Кристмас!